самая такая проблема произошла 4 дня назад. Это у нас отменился доклад. Очень крутой. Ждали, звали. А он, к сожалению, не смог по рабочим проблемам. Решили мы тем, что выделили один доклад в качестве киноута. Там мы первый день, второй доклад перенесли. Мне казалось, что название зала «На краю вселенной» означает, что это какой-то небольшой зал, метапный. И я не думал, что это просто длинный зал, где помещается очень много людей. И, честно говоря, казалось, что если что-то скажу не так, будет тяжело убеждать. Людей всегда мало, людей всегда не хватает. Люди делятся на две категории. Первое – те, кто еще не умеет, и второе – те, кто уже много требует. Я постоянно пишу разные статьи об open source, и хочется об этом рассказывать людям. Смотрите, какая классная технология. Наши специалисты русские, они очень... Это достаточно большой пласт сообщества, который ценится по всему миру.